Победители губернаторского конкурса «Наше Подмосковье» отметили в городской администрации. В этом году лауреатов от Реутова 18 человек. Практически все они в зале. Победу одержали в 8 номинациях из 10. Больше всего лауреатов из нашего города представлено в номинации «Больше, чем профессия». Это был наш совместный проект между Минздравом Московской области, между Пироговским центром. И это работа целой команды. Потому что эта работа связана, во-первых, с очень высокими технологиями. Всего в этом году реутовчане отправили на соискание премии 172 проекта. Для сравнения, в прошлом году из Реутова было всего 72 проекта, а лауреатами стали шестеро горожан.